Всем привет, с вами Алексей Красавцев, играем в игру GTA 5. И в общем, мы в прошлой серии перебрались, Тревор перебрался в Лос-Сантос на поиски своего друга. Так, и мы тут зависли в доме у какого-то терпилы, которого он отправил грубо в магазин, чтобы тот принес ему бухла. Я думаю, может даже тут получится, а вот да. Здесь должна быть возможность, наверное, нет, прилечь не получается, но переодеться. Давайте попробуем найти нормальный прикид. Так, сохранимся. Ну-ка, что, часы не работают? Давай, сохранись. Такс. Утро вечером мудренее. Так. Шмоточки. Одежда. Ну-ка, ты тут совсем выглядишь как непонятно кто. Ну да, тут все равно, наверное, нельзя нарядить как хочешь. Наших героев. Пиджаки. Этот наш. Он пиджаков не носит. Так, очки. Темные очки. Ну что ж, будем, чтобы спортивные очки, какие нафиг спортивные, толстовки, брюки. Так, окей, пусть будет такая. В общем, чувак в стиле, в таком вот стиле будет у нас садить. Вот, пожалуй, мне так, мне как-то больше нравится. Майки вверх, так, толстовки, брюки, рубашки, полы, футболки, майки. Так, ну-ка, брюки что-нибудь подобающие, давайте выберем. Че, шорт нету, ни хрена, да? А брюки у нас прям, смотрите, получается под этот. Получается прям с ботинками, ага. Так, рубашки, полы. Вот такой у нас типичный колхозник. Так. Рон, я тут слышал по радио рекламу летней школы в Лос-Сантосе. Хочу сказать, что тебе надо учиться. Я думаю, Тревор не оценит такой совет. Ничего, давайте сделаем сохраненку на кровати. Опа. Текс. Окей, сохранились, пусть будет. Чем больше сохраненных, тем лучше. А то я там вроде автоматическую сохраненку отключил. Ну да ладно. Все, у нас теперь Тревор такой модный пацан. Как выйти-то? А, вот выход. Смотрите, можно так сказать, район не очень такой крутой, но... Вы посмотрите, какие площади квартир. Что, ты не можешь выскочить отсюда? Ну ладно. Вот конструкция дома прикольная. То есть ты под хату сразу ставишь тачку. Типа своя парковка есть. Так, наш старый друг Рон. Приходят какие-то китайцы, выглядели сердито, ты их чем-то расстроил, Рон. В общем, китайцы обижены, что мы их, как бы, производители наркоты. Майкл, о, у нас у Майкла появилась возможность переключать персонажей. Да, точно. Отлично, теперь все стало на свои места. Ну так, посмотрим, какие же дела у Майка идут. А Майкл зависает у себя на хате. Of course not.
only got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk, or you're staring miserably at the clouds, or you're out there doing God only knows what. Oh, yeah. I've done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park, got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you gotta worry about anymore is what part of your body you want to have chopped off or sucked out of you. Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck our fake last name is. You have ruined my serenity yet again. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Miguel. Namaste. Nah, Michael, fuck yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah, there you are, you little shit. You looking for this? You're very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own death to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent / skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ, what? Now? Where? The Maze Bank Arena. Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you going to stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. Вот такие вот дела. Такая вот встреча произошла. I'm good, homie. She's my daughter. I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family, fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah, you're a model husband and a wonderful parent. You can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. Don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like shit. You stink like piss. You got blood under your nails, and you look like you've been up for what? A week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home.
We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. Where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, golf links, and all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry, all right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Yes, sirree. Hurry it up, man! Так, что мы, наверное, видели, о чем они болтали по дороге, куда мы там едем, где дочурка Майкла проходит якобы какой-то кастинг, порно-кастинг. Сейчас посмотрим, как она там показывает свои таланты, якобы в танцах, но мы-то уже знаем, о чем она мечтает. А Майкл... Майкл пытается ее от этого уберечь. Зайдите внутрь. Ну хотя вроде похоже. That host, man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. These fucking assholes are gonna get out. All right. Yeah. That was really... All right, it's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right, Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Oh, great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Mm-hmm. 3, 2, 1. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music. Так. Так, я не могу переключиться. Куда он бежит? Догоните Лазло. В общем, мы дохаем этого продюсера, видать. We're running that prick down. Oh, there. We gotta go to the left. Тяжелый грузовик. How can you think your daughter get treated like that? Машинки эти нам. They raise a daughter in this town to get used to
stunts. It's poor parenting. Now, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. No one's getting in the way of the big rig. We'll flatten this dick bag. I knew he was an asshole. Ну, держись. Just push him off the fucking road! It's only a battery car, come on! This ain't exactly a racer. I saw him turn left! Блин, уходит, сволочь. Походу, ушел. Но нет. От нас, наверное, не уйдешь. Маленький засранец. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. Fucking idiot! По сценарию, походу, мы его еще не должны догонять. Походу все. Придется по новой переигрывать. Ёшкин кот. Лазло скрылся. Ну, продюсершка, держись. Походу Тревор это не просто друг Майкла, но и просто друг семьи. Да, здесь, походу, задумано, что мы его догонять будем долго. Быстрее пойти. Опять ушел засранец. Fucking skin off anyone who fucking wronged her.
Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack him in traffic. What's your temper, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. It's my genius, I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. Yeah. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Huh? Hands off. Okay. There you go. All right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. I need music, or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get off. Hey, come on, go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do without me for 9 years, huh? Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Новый контакт. Трейлер выполнен. Воскрешенная дружба. Окей. Тревор, оказывается, реально любил Майкла. И поэтому даже простил ему все его, так сказать, грехи. Менты беспределят, ё-моё. Так. Чё, с кем там нужно было встретиться? Тревор. Так, Майкл. Вот. ФРБ. Собственно, из кинотеатра. Так, точка маршрута. Психиатр, наверное, уже не нужен. Или, может быть, зайти разочек. Такс. Такси. Местный, так сказать, телепортатор. Пожалуйста, тачку. Адрес скажите. Yeah, hey, а вот здесь где? On its way, sir. Thanks for calling. Great. И вот интересно, у них в Америке как бы по номеру определяют, где ты, откуда ты тачку заказываешь. Hey, Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Thank God for that. Опа-на! 375 тысяч долларов перевели за ювелирку. Но этого мало, чтобы погасить кредит в 2.5 миллиона долларов. Так что, может, Тревор чем-то нам поможет в этом. Pinewood Hills. Так, давай по-быстрому доедем. Че, деньги вроде как появились чуть-чуть, но не забываем, что висит должок, и который совсем не мал. Так, а чё я сюда приехал-то? Это какой-то ФРБ был. Да, у нас тут встреча вроде как. Ну чё ж, погнали. Это у нас консерватория прям какая-то. Исследовательская, там магазинчик впереди. Хотя, наверное, так что, не получилось. Закрыто, выходной. Или, наоборот, рабочий день. Так, все заперто. Хотя нет, народ вроде отдыхает, вот тут сидит. Но... Так. Чё, все правильно, не? Нет.
то, что так все сложно-то. Нет, а вот все ништяк. Дэйви, how you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Dave, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when, he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. No. And we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karloff. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. How the hell am I going to get in here? No. You've played dead before, haven't you? Ugh, dude. I have always kind of liked you. Call me when you wake up. Да уж, нормальные друзья. Oh my God. John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. Probably about to find one in his gut, still in his wrapper. Right next to the bottle of scotch and a pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration. Jesus. Back from the dead, motherfucker. Dex. Come on, hands in the air. Come on. Might be in the other room. Так, тут, короче, нам нужно обыскать морг, да? И идентифицировать того чувака, которого этот не похож. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karloff. It's on some big black lead. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get... Что ж, ударись-то. Ах ты, ёхты. Ну и подставил, дружок. Ну что ж, давайте попробуем выбраться из этой передряги. You! Freeze!
L1R, чтобы замедлить ход. Ох ты, ох ты, тут Макс Пейн пошел конкретно. А что ж я не знал-то раньше? Ништяк, я проиграл практически большую часть игры. Задание не выполнено, ну ладно. Так, ну, узнать бы еще, как он прыгает. Да блин, а где же аптечки? Майкл погиб, скотина. Так, еще разочек, еще попыточка. Так, ничего нету. Перебежечками. Такс. Хэдшот. Так, аптечка. Аптечка где-то рядом. Так. Окей, взял. Так, аптечек тут нету случайно. Ешкин ты кошкин. Да, игра становится все сложнее и сложнее, но мне кажется. Мне кажется, это только еще начало игры. И игра не такая уж и будет короткая. Майкл, твое оружие лежит в черном мешке для мусора, хранилище на верхнем этаже. Так.
that's the good. Hey, I already died once today. Mm-hmm. Да, Юшкин кот, что ж вы оборзели совсем, что ли? Заперто. Так. Куда тут пройти-то можно? А, дальше наверх идем, да? Что ты крадешься-то? Так, почти помер уже. Майкл есть в дырах уже. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А мне еще, наверное, стреляться. Так. Аптечечку бы мне. Где-то уже, наверное, на аптечку смог взять. Так-с. Еще чуть-чуть продержаться, дружочек. Так-с. Окно выберитесь наружу. Опа. Еще от полицейских надо, да? Гони, девушки, такой. Так-с.
Прячемся. Что, засекли, что ли, ёшкин так вот? Вертолет вызвали. Ну, наверное, в этот раз я все-таки, наверное, не уйду от полиции. Давай, последний шанс. Не успел гнать машину. Ну ладно, в следующем раз, в следующей части мы уйдем от них. На этом все. С вами был Алексей Красавцев, канал Красавец Гейм. Пока.